Курортный сезон электромобили массово используются для перевозки пассажиров, в том числе по дорогам общего пользования. Для предупреждения ДТП сотрудники отдела ГИБДД провели в Олимпийском парке профилактическое мероприятие. Водителям и пассажирам рассказали о том, что у человека за рулем электрокара обязаны быть водительские права. А для безопасности и водители, и пассажиры должны передвигаться в шлеме. Но эти требования соблюдают единицы. При проверке очередного перевозчика инспекторы выяснили, что водитель, перевозивший группу туристов, лишен прав. Перевозчик был отстранен от управления, его электромобиль отправился на спецстоянку, а сам водитель доставлен в суд. Там ему назначили наказание в виде административного ареста на 7 суток. Такие проверки, отмечают ГИБДД, будут проходить во всех районах города на протяжении всего курортного сезона.